Пожалуйста. Да я сюда не могу забраться, подожди. Я почти, вот видишь, ты просто меня за голову схвати меня, пожалуйста. Иди сюда, иди сюда! Давай, ты прыгай, прыгай на меня, на меня! Что-то как-то не так. Нет, так не получилось, не получилось. Да, забирайся, да, молодец. Так, беги, давай, я тебя жду. Давай, я тебя ловлю! Не, ну это, конечно, все смешно, да, но это как-то мало. Хочется чего-то большего. Как бы сделать так, чтобы YouTube просто взорвался бы от смеха? А так, есть же вот этот знакомый, как его там, третий вот этот, ненормальный вот этот с Украины. А может его пригласить? Он вообще смешной? О, смотрите, уже есть два колеса. Нам, я не знаю, почему это не сработало первый раз, но ничего страшного, сработает второй раз. Вот! Сойдет, в принципе, сойдет. Может, реально его пригласить? Мне кажется, то, что даже вам больше понравится, если мы будем угорать втроем. Так, шапочка, нормально. Поэтому, ребята, вы знаете, что нужно делать. Это новая серия пластилиновых человечков, поэтому с каждого, кто на меня сейчас смотрит, огромнейший палец вверх. Прямо сейчас за каждого пластилинового человечка, чтобы ни единый пластилиновый человечек не пострадал. Нужны ваши лайки. Если мы наберем много лайков, то с этой серии мы будем записывать втроем. Я надеюсь, что этот третий вообще смешной будет. Я так посмотрел, его ролики на самом деле такое себе. То есть плоские такие шуточки. Но посмотрим. Может, он справится со своей задачей. Может, он вытащит эту рубрику. И вы вообще описаетесь со смеху. Посмотрим. Давайте посмотрим. Иди сюда! Иди сюда! Подожди! Да толкай её! Да куда? Нас в тюрьму посадили из-за тебя, Игорь, понял ты? Отпусти меня! Отпустите меня! Эти сами нас спасают! Пацаны, надо выбираться, не хочу тут задерживаться, на! Давайте, ломай! Бейте сильнее, у вас получится! Да дай Жека сюда! Да мы вместе будем... На! Опа! Дай, дети, пиво, иди сюда! Так, ребята, немножечко спокойствие. Да, спокойствие. Да какое спокойствие, мы все спокойны. У нас тут один товарищ появился, вот. Эдисон. А я неадекватный, я предупреждаю. Какой товарищ? Эдисон, спаси меня от него, пожалуйста. Отпусти его, все, пошли, давай! Убегаем, Жек, открывай двери, срали! Нормально. Спасибо, пацаны, да нет, что открыли ему дверь. Так, что тут надо? Что нам тут делать? Хотите паркур, смотрите. Да, давай. Давай, Игорь, покажи мастер-класс. Ой, молодец. Зашибись. Так, Игорь, Жека. Смотри, учись. Опа, вот. Нее, пацаны, тут... дебил ударил меня. Так. Я тут буду головой, как я понимаю. Пацаны, давайте! Подожди, там надо допрыгнуть или что? Палочка! Палку, да, поставить. Палочка. Идите сюда! Так, это мост наш, да? Давай поможем, Эдисон. Да подожди ты меня! Дебилы! Да тут один справится! Ты не пройдешь! Реально, грузчики Джамшат и Рашмут, или как его там... Да отпустите нахрен! Мы помогаем! Вы не помогаете, если чё! Нормально, Эдисон, мы тащим! Тащим! Три рабочих силы, Эдисон! Сейчас самое сложное! Так, сейчас я дай перепрыгнуть тебя, давай вот! Всё, да подожди ты! Ребят, ты кажется, зачем получилось? И Арди в ту сторону! Разворачивай! Ребят, ты кажется, мы так ничего не пройдем. Так, хорошо, Игорь, грузи эту палку, да? Куда ее грузить? Ее надо туда засунуть. Куда ее засунуть? Повернуть ее нужно. Все! Нет! А теперь пихай ее! Левее чуть! Вот, да, пихай! Левее! Пихай! Пихай! Да пихай давай! Да дебил! Сейчас видите этого человека, пожалуйста. Да, Жека, надо его...
Иди сюда. Подожди, подожди, ты главное ему не мешай, а то понимаешь, палочка, палочка. Ему как бы. Да подожди! Не трогай меня! Я тебя не трогал! Я тебе помогаю! Подождите, надо в прыжке это сделать, я выкупил. Да! Боже ж ты мой! Я пока полежу, ребят. Эдисон, ну давай. Игорь, ты лежи, пусть отдыхает, пусть отдыхает. Три дебила это сила. Как ты ее поднял? Ничего себе, у него персонаж сильнее, чем. Да я силач. Видели мать вашу? Ты была просто гениальна. Давай, давай! Давай, Игорь, давай! Давай меня! Цепляйся, на! Что, держись? Отпусти меня! Подожди, подожди, Жек, давай, давай подвинем туда. Давай, давай. Вы должны подвинуть. Нет, нет, Эдисон, пожалуйста, нет! Не получилось, вытаскивай! Да вряд ли у меня получится. Давай, беги, беги. Пробегись по палке и перепрыгни. Давай. Подвинь, подвиньте ее чуть левее, я стукнусь в эту хрень. Во-в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 о! Все норм, сейчас. Да, а! Да! Это не туда ее подвиг, двигай. Ой, подождите. Вот сюда нужно, вот сюда. У меня руки поломались. Ты куда ее? Ты куда ее двигаешь? Мы справились! Я убежал от этих дебилов! А нам что делать? Все, до свидания! Не ломается, пацаны, не ломается! Так, хорошо. Мне кажется, тебе нужно вернуться к нам, потому что мы не знаем, что тут делать. Эдисон, ты куда от нас ушел? Приди к нам! Да я тут, что вам надо! Эдисон, бери палку! Держи! Держи! Опа! Все! Помогите! Игорь, давай, давай палку я возьму. Я тебе помогу пройти. По-твоему, это так просто? Давай, давай, толкай! Так, о, хорошо, хорошо. Хорошо, подожди, ну почти, почти. Вытаскивай, вытаскивай обратно. Так, Игорь, до свидания, короче. Игорь, мы сейчас придем, ты главное не переживай. Ты пытайся, главное, не расслабляйся. О, может мы ему камушек накидаем, он залезет по ним? Давай камни мне, камни. Давай попробуем камни, Эдис. Мне страшно. Я несу, Игорь. Спасите меня. Игорь, я уже... Ой, нет, не разбивается, я думал, разобьется. Нет, не разбивается. Не могу залезть, подожди, Игорь. Игорь, лови. Ловите камень! А, на! Не дебил! Чучу. Эдисон, это не смешно. Игорь, мы опять с тобой вместе, не переживай. Мы справимся, мы когда-нибудь точно справимся. Игорь, помоги! Игорь, помоги! Игорь, туда же! Так, так. Ебой. Чуть не упал! Только мне кажется, камень нужно... Ну ты, конечно, молодец. Ты меня хотел бросить, да? Камень даже не поставил. Ага, да, Игорь. Давай, Эдисон, вот он я, давай, тянусь. Эдисон, меня держи, а я вытащу. Дай руку, дай руку. Чуть не упал. Держи, держи, держи. Сюда. Отпусти руку, Жека, отпусти. Я отпусти... Нет, я тебя как раз таки тащу, нормально все. Давай, давай, давай. Отпусти руку, Игорь, отпусти руку. Отпусти. Да. 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 Нихрена себе. Вот это... Вот это, короче, хорошо, слушайте, мне нравится. Посадите меня в катапульту, посадите меня в катапульту. Давай, давай, Эдисон, посадим его в катапульту. Давай, так, я полечу. Подождите, пацаны. Нам дверь нужно пробить, да, понимаешь? Да, да, да. Так, запускай! Да, отцепись! Да, Эдисон, запускай! Эдисон, запускай! Полетели! Дебилы! Недолёт! Так. Подожди, пацаны, только аккуратно, я здесь, меня камнем не попади. Стекло не попади. Так, подожди. Лови зубами. Давай, Жека, закидывай. Сейчас. Они слишком высоко, я не могу так высоко. А я дальше. Пацаны, вы не поверите, я сейчас пробью ее. Так, подожди, не запускай. Надо ее ближе подвинуть. Так, запускай. Пацаны, один кирпич сломал. О! Это я пробил! Да!
Да. Нормально, нормально. А это нельзя открыть вот так вот? Да без разницы! Вот так вот нельзя было открыть, да? Дверь, типа, дверь я открыл. Какая разница? Мы уже все зашли, зашли! Эдисан, я с собой камень заберу. Давай! Так. Пацаны, откройте мне дверь, пожалуйста. Ага, ну вот видишь, как бы ты зашел. Так, хорошо. Иди. Хорошо. Открой дверь, какую дверь тебе. А, Эдисан! На! Где, шо? Какую дверь? Так, дальше, тут есть еще две двери. Пацаны, две двери. Надо вот этой вот коляской, короче, расхреначить дверь. Да не надо ничего. Да не, мне кажется, это можно так открыть. Нет, нельзя. Не дверь расхреначить, а с помощью коляски. Так, остановись! Подожди. Остановись! Все, достой на месте! Нужно залезть, типа, наверх, да? Да. И перепрыгнуть! Собака, давай! Хакерский дрифт! Да гору, стой на месте! Ты, Жека, вы... Давай, я помогу! Да, все, поздно уже! Игорь! Да стой ты, тащи ее обратно! Подожди. Я тебя морально поддерживаю, давай, вперед! Да твою мать! Спускайся! Все, давай, побежали, вперед! Так, Жек, давай, открывай. Откройте, падлы. Отойди отсюда, дебил. Да, блин, меня Игорь тащит, куда ты меня тащишь? Открывай, да открывай уже. Все, потопали. Так, это... Мы принцессу дойдем спасать какую-то? Да. Будут делать? Да, сейчас, я главный. Закройте дверь! Эд, зашибись, а зачем мы сюда пришли? Можно вопрос, а? Не бейте меня. Мне кажется, еще нужно выше залезать. Куда выше? Там еще выше можно? Да. Там ничего нету! Зато мы на башне! Не, тут можно еще дальше куда-то прыгнуть на другую башню. Да, дальше. А тут можно было... А там можно на по лестнице, да, можно было забраться. Сложно, пацаны. Подожди, Игорь, я что-то не могу понять. Так, идите сюда! Стоп, нам нужно попасть в ту дверь все-таки. Дебил! Я же сказал, что надо вагонеткой разбить. Да нет! Вот, на, я открыл дверь. Заходите сюда, добро пожаловать ко мне в гости, давайте. Подожди, она всегда была открыта? Нет. Мы что-то не так делаем. Ой, это что? Открывай, да не надо меня двигать, дверь двигай! Так. Я, короче, это репка за репку с... Детка за репку. Что там, это камин? Можно туда залезть? Да. Ты можешь его вытащить, мне кажется. Так, ладно, подставь. Да смотри, ты его отодвинул немного. Да? Да. А ну подожди. Так, двигай. Что вы делаете, нет. Дебилы? А как мы потом туда залезем? Вы совсем уже с ума сошли? Мы двигаем камин. Камин. Это очень важно. Печку. Двигайте меня, я буду двигать камин. Тащите меня. Игорь, у меня проблемы небольшие. Ты дебил? Минус два друга. Так, хорошо. Привет. Сложно. Я не понимаю, что происходит. Я вор Фортач. О, я залез в окно. Видел? Ты вообще молодец. Ты видел? Ты это видел? Ты это видел? Так, подождите, я не понимаю. А чё мы плавать не умеем? Мы ж пластилин. Не знаю. А как? Отойдите! Сейчас я понял! Прикатил свою тарантайку. Тащить, пацаны, сейчас на дом заберемся. Тащим. Так, подожди, вот. Чуть-чуть. Так, все, остановитесь! Тихо, я застрял, пацаны! Вы ее перевернули, дебилы! Переворачивайте! Все замечательно! Нормально! На ногу наехали! Игоря в сраку! Давай, Жека! Я в дымоход, пацаны, все, я Дед Мороз, я в дымоход пошел. Опа! Вытащите меня, пожалуйста! О! Да, я за вас болею, давайте, пацаны. Нет, отпусти. Ладно. Я за дымоход буду держаться же. Я упал вниз. Ой. Подождите, вы уверены, что мы вообще правильно действуем? Мне кажется, да, конечно, все правильно. Ты не главное не переживай. Игорь, подожди, все, иди в сраку. Давай, Жека, перепрыгивай! Молодец! Так. Как у него это получилось? Как бы я уже там 5 минут стоял, ничего. А дальше как? Эдисон! Ребята! А как дальше?
Игорь Эдисон цепляется за мою ногу, цепляйся! Все, да ты мог спрыгнуть! Цепляйся за меня, цепляйся! Подожди. Пацаны, у лампочки... Давай! Нет! Цепляйся! Изи, ебой! Анатолий! Привет, Игорь! Привет! Пацаны, у меня проблемы. Иди к нам, Игорь! Давай! Алис, на чем мы радуемся, как бы еще до хрена? Да, так, да. подождите. Давай, Жека, ты первый. Как ты так перепрыгнул? Алисон, у меня проблемы. Алисон! Подожди. Пожалуйста, я тут немножко не могу. Дай лобешник свой сюда. Давай. Все хорошо. Давай, Жека, прыгай. Нет! Так по Игорю протоптался. Я перепрыгнул зачем-то. Что, он тоже упал? Что произошло? Что делать теперь? Жека, ты следующий. Я иду, пацаны. Понятно. Игорь, спаси нас! Жека, ты должен нас спасти, а то он мне сейчас голову оторвёт. Подождите, ребята, я уже в пути. Дебил! Переживайте. Отпусти меня! Да не могу, я умру тогда! Ты можешь залезть! Да, вы можете руками переставлять, вы так можете залезть. Как, я не могу переставлять, у меня проблема во мне едет. Дебил. Ааа, ты что делаешь, дебил? Подожди, подними меня выше! О, поднимай меня! Как я тебя подниму снизу? О, Эдисон! Да твою мать, я опять упал! Давай, еще, Эдисон! Что там происходит? Игорь, давай еще, что за такое? Давай! Эдисон, у нас получается, у меня левая рука стала выше. О, так, подожди. Пацаны, у меня одной ноги нету. Что? Игорь, давай, ты справишься. Одной ноги нету. Эдисон, у меня просто... Посмотри, у вас тоже у меня одной ноги нету. Эдисон, смотри. Почему нет одной ноги? Инвалид проклятый. Ребят, где моя нога? Кто украл твою ногу? Потом нас вытащишь. Я застрял! Потому что Игорь тебя зацепился, Игорь. Отпусти меня, дебил! Так, Эдисон, давай. Да. Да вы дебилы, вы меня кинули. Да давай, цепляйся. Вы тебя кинули, но я уже устал умереть, так себе. Эдисон, уйди. Давай! Кто-нибудь объясните? О, ну оно появилось, пацаны! Появилась нога. Да невозможно до этого прыгнуть оттуда. Просто невозможно. Давай. Как? Эдисон, ты читер. Проходи дальше, Эдисон. Если будешь падать, висни где-нибудь, мы тебя вытащим. Пау! Опа! Давай, я молодец! Бежать! Давай. Тихо. Давай, Жека, давай. Давай! Еще раз раскачайся, да. Раскачайся. Как раскачаться? Назад, вперед. Опа! Привет, братан! Привет. Хорошо, Shadow Priestick, давай, буква С. Ты площадь. У тебя на жопе. Да. Если мы сейчас-то пройдем, я... Делаю, это будет круто. Это самая сложная игра, которую я когда-либо в жизни проходил. Фига там Эдисон что делает. Эдисон, пускайся, нам тоже нужен фонарик. Давай, Жека. Привет, пацаны! Привет! Это, конечно, очень клёво. А как нам до фонарика теперь допрыгнуть? Он же откатился. Да нет, не откатился. Нет? Нет. Чаляка! Да! Вот так вот! Ооо!
Ой, пацаны. В речку! Стивия, дебил! Так, хорошо, а куда? Пацаны, может все уже себя достали? Нет, мы зайти в ту дверь, там... Эдисон, смотри туда, там птичка! Где там? Птичка! Дай сюда, Эдисона! Пацаны, разбирайтесь там сами, я побежал подальше куда-нибудь. Так. Нифига себе, сколько нам еще. О, не-не, давайте, ребят, закончим. Это все. Это все печально. Слышите, птички чирикают. Где птичка? Там птичка, смотри, там птичка! 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 Все, короче, я предлагаю это реально закончить. Идите сюда. Идите сюда. Да, мы идем, мы идем. Хотите пострелять? Возьмемся в круг, возьмемся за руки, пацаны. Идите сюда. На прогиб взял, понимаешь? Иди сюда, иди сюда! Отпусти, Сигарь, отпустись! Отпусти, Сигарь, отпустись! Вот именно, отпусти, Сигарь! Игорь! Держи его, за ноги, хватай его, за жопу! Опустите мою лягу! Я тебе еще все волосы вытеру, Жек! В этой самотохе я хочу сказать, что тут нужно ставить лайк! Да. И подписываться на все наши три канала еще нужно! Да. И в следующей серии так же будет втроем! Втроем будет! Инстаграм еще! Давай, все, там прекрасные ноги, мы заканчиваем. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. О, можно плавать, пацаны, мы плаваем.